Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Braveland Wizard. Играть? Так, ну что? Играем за магичку. Так, что у нас тут можно купить? Давай возьмем одного. Фиг с ним. Так, ну с этим я справиться не могу. Я уже пытался раза три. Пойдем тогда, наверное, на босса все-таки. Надеюсь, у нас получится его победить. Большой атак очень зол. Большой атак крушить все вокруг. Вот это громила. Откуда он здесь взялся? Пока не знаю, но мудрецы в опасности. Мы должны сделать все, чтобы спасти их. Давай попробуем. Так, самый свирепый обитель высокогорья. Босс. Так, на нескольких противников обрушиваются снежные валуны. Трындец. Так, и тут еще и гоблины вшивые. Что будем делать? Ну, наверное, будем нападать. Так, кузнец, давай тоже иди сюда. Бум-бум. Твою налево, что творит, а? Ну-ка, нам надо вот этих вот. Ага. Ничего себе, они... Хорош. Начинайте мне тут выпендриваться. Ты что творишь, а? Ну-ка, дай-ка этого... На, минус один. Так, я продолжаю. Блин, они быстрее, наверное, мне лучницу забомбят. Хотя, если мы сейчас вот так вот их при... Ну куда ты опять бежишь там, а? Блин. Ой. По башке ударил. Так, надо отбегать. Смотри, что творят, а? Так, давай, кузнец. Да ты заколебал, а? Едьте фигов. Так, монах, давай. Так, гоблинца этого. А, отлично. Так, остается что у нас? Остается у нас разбойник, который в меня бомбит. Ну и плюс этот Йетти. Давай пробуем здесь. На тебе. Да хорош. Он еще и два раза бомбит, а? Ты посмотри на него. Так, монах, давай-ка мы его прижучим здесь. На, сейчас у меня кузнец. Все. Все, друзья мои, кузнеца больше нет у меня. И как нам быть? Ой-ой-ой-ой. Так, монах, давай, иди сюда. Ай. Отлично, друзья. Так, 154 монетки получили. Долго же мы просидели в этом подвале. Спасибо, что спасли нас. Кто вы? Я Диана, выпускница Академии магии. Мне поручили пройти последнее испытание в вашей библиотеке. Ох, дитя, боюсь, что сейчас нам не до испытаний волшебников. С помощью Йети бандиты похитили много опасных книг. Книги нужно вернуть как можно быстрее. Вместе мы сможем догнать бандитов. Дитя, мы лишь библиотекари и не годимся в войны. Последний раз я выбирался в соседнюю деревушку лет 20 назад. Но если ты отважишься преследовать бандитов, то возьми эту книгу «Маги льда». Ее заклинания помогут тебе в бою. Так, вы получили свое первое заклинание льда. Угу. Заклинание льда мы получили. Можно это где-то посмотреть? Вот. Вот у нас. Открылось. Так, слушай, у нас если с тобой есть 180 монет, а если я возьму сейчас, например, и прикуплю себе вот так и вот так по одному бойцу. Так, и смотри, здесь у нас стоит варвар. Че, пойдем его накажем, наверное? Попытаемся. Проклятие! Нельзя без шума ограбить даже библиотеку. Эти стариканы отправили кого-то в погоню. Парни, бросай добычу, сейчас устроим им хорошую взбучку.
Что-то он меня утомил. Давай-ка приложу его своим молотом. Коротко и ясно. Яростный воитель, ценящий звонкую монету. Нет особых свойств. Ну так если... Ох ты, он сундучок какой-то храняет. Так, друзья мои, монах... А, нажмите сотворить свое первое заклинание. Давай, на тебе. Ты серьезно? Такой ничтожный был сейчас урон. Так, наверное, нам надо бомбить по лукарю. Так, он промахнулся. Ох ты, ох ты, ох ты. Куда ты? Куда ты разогнался-то, хламонище? Ну-ка, дай ему молотом вот так вот. Приложил, так сказать, чуть-чуть его, да? Что-то он промахивается, кстати, этот хлыщ. Ну-ка, монах, давай. Нормально. Монах очень хорошо жжет, кстати. А мы будем с тобой этого Петручу добамбливать. Попал. Ну, есть контакт. Да надо было... Ладно. Так, а сундук этот нужно забрать или что? Или он в конце сам нам отдастся? Сундучок отдастся. Так, ну дай-ка я попробую все-таки. Во! 60 голды, как говорится, лишними уж точно не будут. Е! 200 монет. Даже никого не потеряли. Так, а это что еще у нас тут? Монахи. Прекратите здесь ходить. Мы пытаемся медитировать. В прошлый раз наш покой нарушили бродяги, хохотавшие на дороге к заброшенному храму. Мы как раз гонимся за этими бандитами, чтобы забрать украденные из библиотеки книги. Хм, похитители книг? Да у них ничего святого. Мы должны помочь вам восстановить справедливость. И к нам присоединяется 3 монаха, что очень круто. А это еще что такое? Этот заброшенный храм – самая настоящая святыня. Никому не позволено спускаться в ее подвалы. Но сейчас совершенно особый случай. Бандиты наверняка устроили там логово. О, великий астрал! Что за кощунство? Давайте же скорее спустимся вниз. Суровый вожак волчьей стаи. Нет особых свойств. Блин. Ну-ка. Тихо. Тут много врагов, я смотрю, больше, чем у нас. Ну, попробуем сейчас. Слабовато как-то. Хотелось бы как-то поэффективнее бомбить. Будем честны. На тебе по башке. Так, у нас тут еще и монетки остались. Ну, чу-чу. Тихо, волчара. На. Что это он сделал? Не знаю, испуг, что ли, какой-то. Давай-ка вот сюда. На тебе. Волки мощные, кстати, я тебе скажу. Ты посмотри, вот они спи... Вот они как... Как назло окружили, блин. Мою лучницу и... На, получила плюху. Хе-хе-хе-хей. Давай их сюда. Лучница. Так, монетки нужно только собрать будет. Я дарить им ничего здесь не собираюсь. Но монах, ну что ты? На тебе, волчара. На тебе, говорю. Есть контакт. Уровень. Друзья, 4-й уровень мы получаем. За лечение у нас отняли 30 монет. Итого 231 на руки. Вы получили 3 новых очка таланта. Ну, спасибо. Значит, что прокачать? Осколок льда снижает скорость. Давай изучим. Так, ну и больше пока ничего не сможем сделать. Кто пробудил меня? Что за чертовщина? Опять какой-то призрак. Призрак? Я лесное божество. Ох уж эти смертные. Сначала шаман просит захватить библиотеку, теперь вы. Шаман? Это он стоит за похищением книг? Шаман сулил мне
кое-какие выгоды. Но я просто послал его к Йетти. Обычно Йетти съедает чужаков целиком. Ладно, я спал уже 150 лет. Пора выйти отсюда и осмотреться. Что произошло? Похоже, пробудившийся дух растопил снег. На стенах храма проступили древние письмена. Ой, расшифровка тайных текстов, это по мне. Вы получили свое первое заклинание природы. Ага, мы можем пойти сюда, можем пойти сюда. Так, куда бы лучше? Наверное, пойдем наверх. Хотя, ладно, пойдем наверх. Я вот этого шитика все равно забомблю. Рано или поздно. Проклятые монахи, я думал, эти святоши слабаки и с радостью отдадут последнюю еду. Они мне глаз подбили и кортик отобрали. Как же я зол. Так и хочется выместить обиду. Сейчас ты выместишь обиду. Куда ты бежишь, таракан, а? Куда ты бежишь, я спрашиваю. Так, монахи, выходим. Окей. На тебе. Так, ну что, деревенщина? Тихо. Добили. Этот удар мощный такой был. Соплевушкой, так сказать. На-ка. Готов. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай идем сюда. Наверное, сюда нам надо подойти. А этот встанет здесь. Отходит и стреляет. Ну, монах силен. Тут уж не поспоришь. Жрецы, в принципе, тоже не кислые. Ну-ка. На тебе. Крестьяшка упал. Так, поможем сейчас с тобой. Давай сюда. Хотя он, наверное, один справится, да? Пумс. Минус, разбойничек. Все, друзья, ну одного монаха потеряли, то мы его восстановили. Не монаха, а жреца. Так, а здесь-то у нас что? Что за чудеса? Неужели мы силой своей медитации вернули весну в наши края? Похоже, это новый рассвет нашего учения. Мои братья готовы отправиться с вами, чтобы нести свет и добро в мир. Правда, на личные нужды им немножечко монет. Быть вегетарианцем в наше время недешево. Купить. Ну, я надеюсь, оно того стоит. Монахи-то, в принципе, они вроде бы как неплохи, да? Ну что, попробуем этого бусурмана теперь шлепнуть. Мы видели, как вы сунулись к тому лесному духу. Что вы все вынюхиваете? Мы знаем, что книги у вас. Отдавайте их немедленно. Ну уж нет. Приказ Чук-Чука вышибить из вас всю дурь. Ох, размахнись, моя дубинка. Собирает ягоды и варит из них невообразимые коктейли. После смерти выпадает секретный отвар. Так, ханарики бегут. Ну давай, 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 иди сюда. Так, монахи. Давай, наверное, сюда выйдем. Жрецы сюда. Кузнецы сюда. Лучники где тут? А, тут нет спрощей, да, чувачков? Ну-ка, на тебе. Но, в принципе, монах тут... Бумс по башке. Это вот. Так вот. Ах ты, гаденыш, все-таки подошел. Как же мне это раздражает, когда они подходят к дальнику. Дальник сразу теряет 150% своей эффективности. Потому что он не может наносить дальний урон. А в ближнем он, естественно, ничего хорошего не делает. Блин. Так, монах, давай вот этого вот шваркнем с тобой. Что-то он меня напрягает, если честно. Готов. Берем зелье. Двойной урон. Бамс.
Тебе не хватает, чутка не хватает. Мне нравится эту оплеуху, которую он делает. Давай, монах. Воу. Ну-ка. Шикарно, просто шикарно. Ну что теперь они запоют? А ничегошеньки. Так, у нас есть пещера здесь. Тут что-то есть интересненькое. Давай-ка я сюда, наверное, пройду. Гадалка предсказала, что меня погубит или женщина, или магия. Но чтобы все вместе сразу. Говорят, от судьбы не убежишь. Но я попробую. Нужно лишь пара метких выстрелов и концы в воду. Ты наивный, что ли, парень? И концы в воду. Ладно, надеюсь, она лучшая. А сам не плашай. Так, давай. Жрецы выходим, кузнецы выходим. А мы будем издалека бомбашить. Ну, естественно, они тоже начинают мою лучницу. Вот паршивые волки, ты посмотри, а. Как же так-то, а? На тебе. Так, у нас же есть заклинания, я совсем забываю про них. Молодец. Так, а вот это что у нас? Блин, подожди, это же надо прочитать. Урон отряда всегда максимален 2 хода. Воу. Всегда максимален 2 хода. Отлично, я тебе скажу. Всегда максимален. Ну-ка. Ага. Ну, кузнец мало ходит, но ничего страшного. Ну куда ты? Куда ты? На тебе. Спокуха, дядя, я Дубровский. На тебе. Такая ответка конкретная, значит, пробивной, блин. Так, ну что, здесь мы ушатали. Что вот здесь нас поджидает? Хочешь знать будущее? Что ж, будь осторожнее. Любопытство может погубить тебя. Хотите услышать предсказание за 200 монет? Да. Люди из сияющих зеркал вещают для тысячи глаз. Рассказывают о новых приключениях своим поклонникам. О, это слишком отдаленное будущее. Дай сосредоточиться. Я вижу тебя, выполняющее важное поручение. Заросли джунглей, заговоренные духи, великие опасности ожидают тебя. Похоже, будущее мое туманно. Ясно одно. Нужно готовиться к грядущим опасностям. Несмотря на все, просветление настигло вас. Вы получаете очко таланта. Очко таланта мы получаем так. И значит, мы можем... Ох ты, у нас еще и здесь открылось. А это что такое? Плюс один к мудрости. Ну, мудрость, насколько я понимаю, ребята, это означает, что будет сила наших заклинаний усилена. Ну что, пойду-ка я загляну, наверное, в пещерку. Очередное темное логово, куда не стоит соваться. Разве? Выглядит как новая неизведанная пещера. Войдем. Любопытство меня распирает. Так, матерый волк, повидавший многое за свою жизнь. И вот как раз эти духи здесь. Духи, которые будут замедлять. Они именно на замедление работают. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. Защита, да, повышается. Ну, погнали. Духа надо этого... Что это за урон такой был? Слабенький, если честно. Так, выходим. Странно, монах даже не стал контратаку делать. Бамс. Пропиши ты ему, есть.
Ну-ка, бумс. Минус дух. Минус волк и минус... Ага, не минус пока еще. Все. 160 в плюсе. 140, да? 140. Это было так. Просто пещерка. Ну что, пойду я, наверное, еще монахов возьму к себе в отряд. Максимальное количество 5 из 5. Слушай, что ж тогда мы можем... Подожди-ка, мы можем же кузнецам нашим прокачать. Точно. Удар. Удар молнии. Они же сейчас без удара вообще у нас ходят. Вот. Есть. Эти ребята крепкие. Так, максимальное количество мы с тобой взяли. И теперь, вот теперь как раз, я думаю, мы сможем с тобой победить вот этого чудика. Мне кажется, сможем. Вот таким отрядом, который у нас сейчас, должны мы его победить. Я рыцарь льда, повелитель бурь, крушитель сердец. Любой, кто приблизится к моей музе, познает мощь моего меча. Ха, знакомый парень, не он ли накостылял мне в младшей школе? Не знаю, кто тебя там накостылял. Но сейчас будем смотреть. Как у нас вообще это все получится? Так, монах, выходи. Почему я его называю монах, если это жрец? Давай так вот сделаем. Повышение атаки. Ой-ой-ой, а что так... А что так мало-то наносим урона? На тебе, волчара позорный. Ты смотри, что творит, а? О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну-ка. Блин. Если я так делаю, фигня это все. Да, что-то я уже сомневаюсь маленько. Сможем ли мы? Сможем ли мы здесь уничтожить? Хотя, если постараться, скорее всего, сможем. Как же он лютует-то, а? Ну-ка, прописываем еще удар. Там осталось совсем чуть-чуть. Монах добьешь? А ведь мог бы. Ну, молния есть. Готов. Кренделечек. Кренделечек готов. Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Все. Ух, друзья мои, получилось. И что же он там скрывал-то, интересно? Так, вот что охранял этот рыцарь. Статуи правительницы прошлого. Выглядит невозмутимой, видимо, потому что и свела с ума этого крепыша с ледяным мечом. Уже не важно, лучше позаимствую ее хрустальный шар. Все равно он здесь лежит без надобности. Вы получили небесную сферу. Мне одному показалось, что статуя изменилась в лице. Не знаю. Что такое? Ох ты. Плюс 2, а вот это что такое означает? Вот. Не знаю, вот это вот, наверное, мы продадим сразу же. Чётенько. Так, давай-ка мы, наверное, себе немножечко восполним отрядик. Чуть-чуть буквально. Так, лучницу. Нет, лучше монаха. Монахов 10 из 10. Шикарно. Ну, монахи в ближнем бою просто нормально так втюхивают звездюлей. Так, ну что, мы с тобой пойдем. Здесь мы были, в пещере мы были. Так, куда ты пошел-то? Вот сюда иди. Что у нас тут? Пс, никого нет? Подойди ближе.
Слышали про Чук-Чука? Это местный шаман, злой тип. Говорят, обрел большую силу или что-то вроде того. Собирает армию, а кто отказывается, превращает в лягушку. Но нас не запугать, вступайте в сопротивление. Правда, я там пока один, но вы можете взять отличный знак наш. Вступить в сопротивление и взять его отличительный знак. Вы получили пояс строптивости. Отлично, и я приветствую вас в наших рядах. Скоро вам поступит первое задание нашего тайного общества. Правда, для начала я должен убраться в комнате и найти наши секретные планы борьбы в ворохе лишних бумаг. Так, ты пока там ищи в ворохе бумаг там что-то, а мы поставим... Ой, тихо-тихо, ты, ёлки-палки, вот так. Все. Так, у нас либо сюда, либо пойдем наверх. Пойдем с тобой наверх. Бойся ужасной кары, смертные. А, эти не такие уже страшные. Неужели я начал привыкать к этим парням? Ой, нет. От одного их взгляда все равно мурашки по коже. Пошли. Так, мы, наверное, сейчас сделаем с тобой вот так вот. В духов будем бомбашить. Да отвали ты, а. Подходит. Они же, по-моему, пугают, да, у нас? На тебе. Так, я его нахуй сейчас сделаю. Вот так же тоже. Минус дух, отлично. Получил молнией. По хребтине. Волк. Так, сейчас мы этого призрака. А, все, все. Победа, друзья. По-моему, уровень сейчас будет. Да. Новый уровень. Так, я получил 3 новых очка таланта. Концентрация дает плюс 2 инициативы. Броня холода плюс 50% эффекта. Изучить. Хотя, подожди, а вот это что? Плюс 1 атаки. Давай вот это, наверное, изучим. Все, что у нас тут? Приветствую вас в моем магазинчике. Лучшая экипировка в округе. Только у меня. Кстати, не видели моего братца? Возомнил себя каким-то борцом за свободу. Да еще и экипировку украл. Надеюсь, он образумится и вернется. А рабочих рук тут очень не хватает. Ага. Так, это что у нас? Шляпа колдуна. 25 урон ледяной стреле. Одеваем. Вот это я, наверное, продам. Ну, не нужен нам этот обруч мудрости. Там, правда, еще можно кое-что было приобрести. Ну-ка, что у нас тут? Великий Чук-Чук приказал заминировать дорогу. Теперь тут никто не пройдет. Заминировать дорогу, ох ты. Освоил прощу и готов к атаке на расстоянии. Ты, блин, серьезно сейчас? Да, скорее всего, очень даже серьезно. Вот гаденыши это. Посмотри, что творят. Ты понял? Да ёк-макарёк. Ну вы серьезно что ли, блин? Куда ни шагни, везде капканы. Так, сейчас монах только доберется до вас и вам не поздоровится. Давай, монах. Я в шоке. И здесь, что ли? Надо же, нет капкана. Это плохо. Они сейчас меня тут разнесут. Вот что я тебе могу сказать. На тебе.
Не весь гуд. Ну-ка. 6. А что это такое у нас? Понял. Телепортатор типа, да? Что-то мне подсказывает здесь. Ну, непобедимый. Не сможем. Хотя, подожди, еще не все потеряно. Вот видишь, они что делают? Они отходят, начинают бомбашить. Есть. Добегался, дурила. Заминировал тоже мне. Минер фигов. Сам же и попался в свою штуку. Тогда все вроде бы нормально. Если у нас тут один этот гоблин остался, мы-то с ним справимся, согласись. На тебе. Он жив еще. Все. 134 на лечение ушло. Да. Так, магистр кислых щей впереди. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Но обязательно продолжим уже в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.